Так, раз, два, три. Оба. Они дадут еще или уже все? Опа. Привет, Максим. Сейчас пойдет экшен. Я только вспомню последовательность. А, все. Это уже, по сути, второе прохождение. Я купил бесконечные патроны на револьвер. Самое мощное оружие в игре. И прохожу на прям на суперсложный. Тут противники ваншотят. Уже жир пошел с самого начала. О чем ты говоришь? Да, буду стримить с касценами. Я хотел сначала все в спидран уложить на 3 часа, но чуть-чуть оказалось сложновато. Я думаю, могу просто пробежать по сюжету с катсценами.
даже не помню русской озвучки Resident Evil 5. Точнее, я ее и не видел ни разу. Сейчас тут пойдет хоррор. Довольно неприятный эпизод, когда играешь в него впервые. Но это самый простой на самом деле эпизод. Так. Сохранюсь. Еще разок. Что они на пути к отступлению готовы. Нет, к сожалению, ее не отпугнешь криком жопы. Так. Я, конечно, не знаю, как на самое высокое оно поведет в следующий раз, но я два раза прятался в шкафах вместо кровати. Иди еще не сожрет второй раз. Thank you.
все полы засрал. Так. Я не пущу. Ты еще жив, да? Thank you.
кажется, есть еще. Вчерашнего дня, где эта кукла, черт возьми. Я все исправлю. Что? Так. Надо выбраться отсюда. Значит, вот кто за этим стоит. Еще раз повторяю, этот полный арсенал с открытыми бонусными оружиями. Thank you.
конкретный босс, он все выговорил, то есть он довольно прямолинейный. Вот дальше третий босс уже рыба будет, хотя и рыба будет тоже прямолинейен в этом плане. То есть вот с кем выговорится, это вот Димитреска и этот Хайзенберг. Надо в сокровища. Ну, это самое просто мощное оружие. Я же не хочу испытывать судьбу и пытаться. Чуть ли не лейтгеймовых на тебя противников. Вам эта вещь знакома? А, мисс Энджи! Какая прелесть! Фарфоровые куклы — очень популярный товар. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Счастливо. Thank you.
думаю, что у меня все ярко слишком. С чудо-ребенком. Она не ее. Ты что-то не сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, 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 стой, стой. Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой, ну еще минутку. Стой! Это смешно. Тупица! Болтаешься я. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты, тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Вот урод. Дам ее тебе. Как же выбраться? Ключ.
осталось, но ладно, искать не буду. Сюда, потому что перепутал сюжетную касцену, поэтому схожу. А, да, здесь рыбу можно добыть. Единственное, наверное, претензия в этой игре, что она отрезает куски локации и не дает тебе вернуться в них после сюжета. То есть, если не зачистил замок, то все, на второе прохождение. Вот не пришел в эту пещеру к рыбам, то тоже все. Хотя на самом деле мне уже ничего тут не нужно, я все прокачал. Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делают? Отвали от меня! Бежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис, а что? Ты убил Мию? Убей меня, и дело с концом! Эй, Кэт, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Несуйся в наши дела. Назад! Нет времени. Ты поздно. Миранда уже подготовила церемонию. Я послала тебя, чтобы отвлечь меня. Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно.
ней должен быть я, не ты. О чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже, мама! Почему? Почему? Что же делать? Он сказал, что вы... Заходите. Ты голоден? Интересных приключений. Если только откачать воду. Черт, электричества нет. Серьезно? Да, в игре нет фол дэмэджа, поэтому можно как Думгай спрыгивать. Ищем.
Вот это я понимаю. Круто!
Есть! Если только посмотреть витрину вон там. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Жил, так и помер. Уродец. Выход прямо по курсу. Тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы.
Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. А, подружиться пытаешься? Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься, так и быть помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Вот ублюдок. Сейчас еще по-быстрому сокровища заберу, тут недалеко. В целом, три босса уже есть, вот остался четвертый и дело к финалу. Даже, да, за 2 часа управимся. Так. На самом деле, конечно, спасибо Capcom, что они вот за внутриигровые читы не наказывают, иначе бы пройти на самой сложной, самой высокой сложности, это было бы ебануться. А учитывая, что тут еще есть челленджи типа не открывать предметов, не лечиться, пройти всю игру с ножом по классике. Где-то я шарик пропустил, но не важно. Что будет вместо револьвера? Плохо.
Ага, всего лишь 30 тысяч вместо револьвера. А, извиняюсь. Это от владыки Маром? Видимо, это и есть пресловутая красота гротеска. С удовольствием. Заходите еще. Нифига себе агрессивный козел. Еще есть такое тоже вот поле, на котором постоянно появляются враги, и вот тут вот типа ихний альфа-волк бегает. Тоже в принципе чизится довольно элементарно. Он не может на территорию забивать дальше. Какая же штука мировая, этот револьвер. Так, ну и дальше по сюжету там крепость будет, где будет много оборотней.
там довольно было плотно даже на нормале. Еще есть вот мид-босс, если пойти налево. Он как раз сокровища охраняет. Тоже могу Thank you.
Видимо, это логово. Что сейчас начнется? Какой здоровый!
ничего нет. Ты настоящий мужик, Ид. Молодец. Хватит прятаться, мудила. Живым так меня не уйдешь. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Пакеты, Ид. Стой, блядь! Я безмерно счастлив, что вы вернулись живым. Ах, да. Вот на это стоит раскошелиться. Позвольте мне. Счастливо.
ребенком все будет хорошо. Будь спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двигай через мост. А, Итан Уинтерс. Входи. Не думал, что ты справишься с Донной и Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миранде. Да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Что ты за... Ты, кстати, эти фразы довольно хорошо помню. Все-таки в оригинале Итан более нервный. А тут он, когда что-то задумал, так спокойно произносит. Твою мать! Мия! Правда, глаза? Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет, ты крепко ошибся. Супер. Давай в лоб! Прости, что... Ты присядь. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс Гигантская сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не все. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Миран? Я вообще не хочу быть в семье Миран. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткни еще раз! Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам не
ебанутое место. Надо подняться наверх. Как желаете. Я покупаю это только из уважения. Мелочевка. Ясно. Ну, скажите, зачем мне это? Это простая модификация, я быстро управлюсь. Прошу вас, изучите мои новые товары. До новых встреч. Кстати, сказать про всю эту фабрику RTX, где, в принципе, без RTX смотрится великолепно. Опа! Вот здесь на нормале такого хера не было. То есть... Понятно. Здравствуйте. Ах, ну ладно, я сам выбрал такой. Patrones.
абсолютно уверен, что через месяц найдутся люди, которые это будут спидранить за 3 часа. Это полезная вещь. Какое разочарование.
Я мечтал, что мы объединимся против этой чары Миранды. Я очень, очень разочарован. Она похитила меня. Нас сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Мы прислуживали ей десятки лет. Ты хоть понимаешь, Итан, насколько это унизительно? Да. Почти как... Я не такой, как все. Я хочу лишь... освободиться от этой сучары. Мне нужна сила. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Вот плоды моих стараний. Сильный уничтожит славу. Так устроен наш мир. Это ответ мое предложение. Конечно, не в упрек в игре, но просто надо понимать, на что идешь.
чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Ух ты, неохотно. Одну минуту. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Помалу, помалу, а там, глядишь, будет много. Все это инвестиции. Скажите, если найдете еще что-то ценное. Хотите что-то купить? Ну, скажите, зачем мне это? Интересный выбор. Счастливо. Будет долгим. Считает, что мы просто дети. При этом ей совершенно нет дела до нас. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить патроны, ее. Но мне патронный дробовик нужно. Мне посрать на ваши семейные разборки. Дробовик еще не прокачан. То есть бесконечные патроны тут открываются после полной прокачки. Но я их пока собираю. То есть вот пистолет не нужно. Все остальное пока нужно. Тоже душная вот локация сейчас будет. То есть по оригинальной задумке за тобой тут гонялись два бронированных психа, которые тебя могут разобрать очень быстро. Твоя задача просто наверх добежать.
Еще один? Совсем скоро, Миранда, начнет церемонию с твоей розой. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убил Миранду с помощью розы.
Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розы? Попробуй. Вам что-нибудь подсказать? Тоже. Заходите еще. Thank you.
Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. Ты голоден? Значит, ты жив. Оу. А тут, оказывается, улучшение-то подвезли. Заходите еще. Правда, живучий. Но мне надоело болтать. Умри, наконец. Слышишь эти звуки? Да. Тебя кое-кто дожидает. Но сейчас тоже довольно будет плотный босс-файт, потому что арена сначала напоминает лабиринт. И... атаки, не знаю, что нужно ждать. Лежи.
происходит? Неплохо! Неплохо, Уиндерс! Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Не лезь, Титан! Ты мне мешаешь. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену. Я убил не Мию. Да, именно так. Ты жил не с ней. Мне еще, конечно, напомнил старый. Ты жил с Миранной. Что? Это вирус. Она биооружие. Она сменила форму и притворилась Мией. Пули ее, кстати, не убили. Я хочу доделать дело. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех! А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Почему мы, Крис? Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Дай мне тут ключ. Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень, как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Не совсем так. Вот, посмотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Приглядись. Роза, охренеть! Идем туда! Остынь, мои бойцы не спускают с них глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте. Встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. Ладно, Итан. Тогда садись. И будь добр. Не лезь на рожон. Сейчас будет такая череда босс-файтов.
Сейчас, 10 секунд. Так это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Роза, я иду. Что? Yeah.
свой последний фонарь. Вот она и финишная прямая. Ну что думаешь? Шансов нет, верно? Вот и кровь меня не одолеют. Это мой недовидос Гелиан. Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан? Роза? Итан! Итан, ответь! Мия? Ну? Роза, такая ценность, правда ведь? Она все для меня. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь, как всегда. И что я заменила Мию, не знал. Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Хватит! Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет, Роза совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй ты, сука! Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь, не твоя! Ну где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда, не прячься. Выйди и сразись. Не бойся, Итан. Ты умрешь быстро. Мегамицелий будет помнить. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Я столько ждала, но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя. Носитель она или нет?
капитан. Я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку. Я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду. Но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказа. Таблица ей, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот для цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые. Выходим. Ясно. Да, хэй. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать 5 выстрелов в голову — это не хухры-мухры. 6. Слышите звон? Слышите? Это звон яиц Криса. Просто чадище. Абсолют чад. Эй, Альф, посмотри на. Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. У меня скопление враждебного биооружия. Это все ультрамицелий. Значит, Миранда, как никогда.
Вперед! Вижу крупное биооружие. Мутант! Лезет, вероятно, распыляются разные частицы. Не снимайте маску. В одном из домов, капитан. Можешь забрать. Ну вот, если сейчас, например, сделать скриншот, а потом еще... Можно, я могу попробовать, опять же... Ну, просто тяжеловато с вашей стороны делать. Но вполне можно. Сейчас попробую один на один с кем-нибудь. Давай. Надо, чтоб он был. Да. Это нужно остановить плесень. Сероглазый, мне нужна помощь! Сероглазый, мне нужна помощь! Я тебя вижу. Вместе.
это... До цели. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Отлично! Перезаряжаюсь. Минутку. Туда движется цель.
Подожди, перезаряжаюсь. Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Мегамицелий! Опа! У меня тут крепко еще! Нужна твоя помощь! Это не стена! Целься туда! Хорошо, выдвигаюсь! Ты уже здесь, жди Подам сигнал указателям. Как-то тихо.
равновесие с 4 децибела пойдет или еще? Снизил на 5 десятилетий. Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменений генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Охраняешь мегамицелий? Лоба, у меня тут крепкий чёрт. Нужна твоя помощь! Держи, мистера! Целься куда? Держись, держи меня! Дальше. Всем остальным не спускаться вниз. Вот такие у Криса яйца стальные.
Аж в Брянске слышно. Раз Миранда притворялась Мией, то где настоящая? Небось решила, что она ей уже не нужна. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, заплесневелая птичка напела? Это мы потом выясним. А пока держимся плана. Так, сейчас я чуть-чуть так сделаю, наоборот. Опа. Ай, так. Я нашел его. Это мега-мицелий. Да, привет, Грендиус. Да, просто тут чуть получше качеством позволяет стримить ОБС. Чем на Twitch. Отряд, прием. Мега-мицелий обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Да, давно пора. Если что, уже концовка почти. Заряд Н2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. Приступаю. Так точно. Жду команд. Капитан, я вижу Миранду на месте церемонии. Не приближайся. Будь там, пока я не отдам приказ. Я знаю, что уже поздно, но... Зря мы не рассказали план Эйдену. Некогда было. Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро. И все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. Это лаборатория Миранды. Они управляют биооружием с помощью этого.
Спенсер здесь? Не может быть. Руки наверх. Сероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? На месте церемонии. Пока не уходят. Чего-то ждет. О, черт. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Что, ты сказал Мия? Так точно. Как у вас обстановка? У нас тут война вовсю, но мы справляемся. Не отвлекайтесь. Следуйте плану, я иду к месту церемонии. Стой! Не бросай меня! Черт, ты же клялся, что ты защитишь всех нас! Мы переехали сюда, сделали все, как ты просил! Я не спорила. Лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан, он мертв. Я не спас его, но спасу Розу. Идем. Надо увести тебя. Что значит, Итан мертв? Погиб. Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет, ты не прав. Я думала, что не придется, но... Ты не понимаешь, он особенный. Происходит. Тут кто-то есть. Как холодно. Да. Как я сюда попал? Сука, как холодно. Черт, мое тело.
Ты такой дурак. Эвелина, ты тоже здесь? Ты мертв. Мертв? То есть, Миранда, она... Нет, я должен спасти Розу. Нет, Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. О чем ты? Я же могу... Видишь, Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странным? Что любые твои раны заживают? Вспомни. Три года назад в доме Бейкеров Джек тебя убил. Ты умер там три года назад. Это невозможно. Бред. Ты не должен, по идее, тут расхаживать. Хватит пудрить мне мозги. Ты должен быть мертвым. Пошла ты! Ну, тогда кто же я? Я это сделал. Какие подорожники. Роза. Мия. Я... Дошло, ты целиком состоишь из плесени. Так что ты больше не увидишь свою семью. Семью? Семью? Нет. Роза, я должен спасти... Дочь. Но ты уже мертв. Мертв. Я спасу свою дочь. Очнулся, наконец. Где я? В моей повозке. Вам снился кошмар. Герцог? Отменная была битва с Гейзенбергом. Но кто же знал, что явится Миранда? Давно я в отключке. Да полагаю, с рассветом. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда. Даже подъезжаю. Спасибо. Итан, а вы совершенно уверен? Боюсь, что вы развалитесь. Да. Да, глупый был вопрос. К слову, о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа.
Приехали. За мной, должок. Мистер Уинтерс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Да, выбора нет. Надо идти. Само собой. О, синтез органики и механизмов. Чувствуется дух владыки Гейзенберга. Сможете вы как? Швы толпы тварей. Одну минуточку. Амат Виктория Кур. Прошу, берегите себя. Спасибо. Ну все, сейчас финальная битва. Дай мне розу! Слышишь? Ничего. Я убью тебя правильно. Вперед, давай! Пусти! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Я исполню свою мечту! Нет! Роза! Моя! Что за хуйня? Ты исполнил свою роль, Уинтерс. Ты истребил малыша потомства и пробудил великий миг Мицелли. За крошку Розу! Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно. Инэй, ты ведь знаешь, как сильно мать любит свое дитя, верно? Ты не уйдешь. Почему ты мешаешь мне? Черт, да когда до тебя дойдет, что Роза моя дочь, а не твоя? Умри. Прекрати эти глупости. Никомицелий вытащил меня из пучины отчаяния. Он даровал мне эту чудесную силу. Да, но она же только снесла тебе крышу.
Рано или поздно все мы умрем. Без диалога. Диалога. Может, это тебя убьет? Ощути гнев темного бога! Черта с два! Я верну свою дочь! Умри, 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 умри! Я понимаю твои чувства, Уинтерс, честное слово. Но ты все равно должен умереть. Срастив роду с мегамицелием, я смогу наконец возродить свою дочь! Я ждала столетия! Столетия! Все ради этого дня! Настал твой час! Умри! Впервые вижу, чтобы человек жил без сердца. Вдруг ты все-таки один из нас? Почему ты мне мешаешь? Ты одной ногой в могиле! Зачем тебе Роза? Роза моя дочь! Больная ты тварь! Так. Ни он, ни кто другой не посмеет отнять у меня Розу или мою дочь! Почему ты не сдаешься? Да! Это твоя смерть, Итан Уинтерс! А сейчас, чтобы ты исчез навсегда, я скажу... Все хорошо. Все хорошо. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! О, нет. Крис. Итан, ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан, надо идти. Thank you.
капитан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня! Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт! Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия, я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Эй! Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Чтоб тебя! Прощай, моя девочка. Итан. Вер, поднимай нас! Стой! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю! Скажи, что случилось? Где? Что это? Сказал же тебе, сядь. Нет. Где Итан? Крис, что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб BSA. Они заплатят. Сценка после титров. Thank you.
Ты даров взяла сполна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Каст пошел. Русский тоже есть здесь.
я уже прошел это второе прохождение. Просто я врубил бесконечные патроны и читы. И поставил хардкор. Нет, в целом игра мне понравилась. Она хорошо играется. Сюжет Absolute Bonkers. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Что очень похоже. Хотя... Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? О, эй, эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю. Ну вот и все.
Весь сюжет, да. Все же не рассчитал. 3,5 часа. Да. Зато дали ачивку. Собственно, и все. Спасибо всем, кто смотрел, то я уже подустал.